Сегодня 25 августа. Мы с Володей тут убирали вот яблони, ранетки, какие пни остались. Это вот ветла была, эти как развесистые. Вот, а дальше там бузина тоже много. И вот здесь последний куст ранетки покрупнее решили оставить. И вдруг пчелы на нас. Я скорее к батюшке, матушку искать. А она у Надежды Васильевны на огороде. Оказывается, на усадьбе Никиты, теперь бывшая Павла Тихоновича Лапкина, рой пчел, матушка пчеловод. Тут же она Никита сгребла и к ней туда за колодкой. Вот они сейчас тут решают. Рой, говорит. В прошлый раз я и рой на мои ворота сел, на калитку. Матушку позвал, она говорит, столько меду несут. Такая сильная семья. Наша мама, они из беспоповцев. Но мы узнали, что без священства церкви нет. И она пошла и была пчеловодом, загадала. Ну, всем детям она по одной колодке. Самуил, Евдокия, 10 ребятишек, значит, 10 колодок. Что накачает, отдает. Ну, а мне дала самую, говорит, такую никудышную. И сказала, вот если Игнатьева пчелу тут сильно нести буду, значит, правда у него. Вот еще загадывает как. Так не успевала качать. До того, а сделано было мною это улей, топорная работа, так грубо сделано. Вот там Никита учился. Никита, учись. Молись, чтобы матушке Бог дал здоровье, чтобы она передала тебе опыт. Слышишь меня? Что-то соты перебирает. Никита переоделся сразу. Вот так, на его усадьбе. Молоком и медом текущее. Вот оно укладывает, закрывает. Благословен Господь. А пчелы здесь. Она улей другой поставила. Тот, который он рядом. Улей. Я его не могу показать, наверное. И она к нему поставила. Что-то идет, тащит. Новый улей поставили. Они туда потом взялись. Это что? В улей было? Да. И куда ты с ним? На, денесу. Сама вся в пчелах. Ой-ой-ой. Да нет. Не укусили. Вся в пчелах, вся. Не укусили. Осторожно, проходи туда. Не упади, там ограды бывшие. Я беру сейчас и отвезу вам тележку обратно. Да, Надя. Да, Надя. Там Надежда Васильевна тут дружит с матушкой Людмилой Ивановной. Слава Богу. Вот, пожалуйста. Капает из рук мед. А он там к себе не прижимай, надо... а то тебя пчелы облепят. Они залезли в старый улик. Внизу. Ну все, и давай, и иди туда. И Никита пошел. Тут осторожно, под крапивой бывшая ограда. Тут зайти было нельзя, это пасека Павла. Мы все дивимся, сколько он делал. Один бобыль. Да... Пятерым мужикам не сделать. Тяжеленные железяки. Пчелам он тут что устраивал. Как поилки, как вот капельница. Сегодня мы находили тут у него фляги. То есть, все абсолютно делать. Сатана подкусил его. Как Сергей Ильин, Санкт-Петербург. Да как же так? Да мы же у него собирались. Из Америки там Кошнарчук Николай. Да мы же у него собирались. Да как так? Ну вот так. Грех осуждения. Он осуждать стал брата Акима. Стал враждовать, друзей нету. Ну и все. Это Никитина усадьба. Никитина. И вот здесь работает Михаил. С Володей мы до обеда и после обеда там еще пилили. Он его попросил. Туалет делает на две двери. Ну, мастер, так что говорить. Везде под нее, подложи только потом Толи. Подложили, да? Видите, обработка обрабатывает. Она не так сильно гниет. Никита выкопал яму. Ну какая она яма-то, посмотреть надо. Где земля, тут она наклонная.
градусов 60. Ну а дальше глина, глина уже плотная. Да, наверное, с Никитин рос, 1,80 м. Видите, как продомлено отверстие. И в них шипы вставляются. Покажи шип, маленько подними. Еще вот он шип как. Подожди. Что-то я не вижу его, где он. А, вот он где. Где вот что-то, Володя, там тень закрывает. Маленько отодвинься, тень, тенек свой убери. Ага, вот теперь видать. И вот там залили все это. Давайте. А вон дальше чем закрывать? Там можно закрывать столбами такими же, промазать. Промазать. Столба 3. А на остальные дощечками забить. Давай, Володя, учись. Бог дал нам Михаила Михайловича. Вот приехал. Везде курицы. Вот сегодня с одной пошел. Вот что значит, скотинку не обижаешь. Она ходит. Привыкла, я копаю черви под руками. Вот она прямо, я подошел, вплотную уже подошел, меньше полметра. Вот она ходит везде. Мы там пилим. Ни одного червяка нету. Она ходит. Ямку начинаю копать, она в ямку прямо спрыгивает. Ой, как от себя гребет. Лапы сильные. Вот они, курочки мои. Курочки рябенькие. Да хорошенькие. Ой, идет петух у них адлерской породы. Того шикарный. Вообще, утром поет и поет. Дальше хотел записать. Голос чистый. Вот Макара Нагульного нет-то. Хоть и вымышленный герой, а все же разбирался в этом. С дедом Щукарем. Вот оно. Вот это жабо на шее, которое шевелится. Какое оно. Пошел, там его гарем. Согнулся. Идет. Куда ни пойдет, везде его гарем. Куда пошел-то? Ты вон твои 4 жены. 4? По закону мусульманскому. Больше не надо бы тебе иметь. Ну? О, задумался. А там увидал 5-ю. Вернись назад. И правда повернул назад. Хорошо, когда он понимает хотя бы один закон. Ну, 44 у него жены. О, пошел. Глаза дай. Все заросшее. И вот сделали они вторую сейчас куб. Прямоугольник из травы. Вот он возвышается. 3 метра и 2,5 метра в ширину. Вот он. Трава. А вот здесь еще не тронутая. Вот она, какая лебеда. Прохор Лебедник такой был. Конопля. Я тебе маслом кашу с маслом конопляным приготовила. Вечный зов, когда она своего Касьяна встречала. Слово наркотик мы даже не знали. Толкли всегда, помакуха была. Толщешь в ступке, пока плитками не полезет. Ну, маленько и в рот. А потом мама с кипятком заварит и картошкой туда макаешь. Все выросли. Никто не знал санэпидемстанцию или... Вообще, этой дури не было, чтобы здоровых людей заталкивать в больные. Это. Они по себе меряют-то. Надо наоборот. Вот существует спартанский образ жизни. Под него надо подгонять. Лекарств нету, они не нужны. Отрицательно влияют. Не тут-то было. Далее власти сказали травить народ. Получается так, как бы, так народ говорит. Делать прививки, не делать, не делать, ни под каким видом. Репродуктивный возраст женщин, бесплодие. Ну, что тут еще? Вот они ставят. Не нарадуешься в деревне. Вот вчера лестницы ставили. Сегодня там Михаил Михайлович слазил, добил, связал новенькие лестницы. Все. 3 лестницы сделали. Они знали бы, как делать. Еще бы ты сделал. Еще не сделал. Сегодня вот мы сколько железа нашли. О, ястребок летит. Ух.
улетел. Летит разбойник. За моими голубями поди. Тварь такая. Вот мы все здесь подбираем у хозяина. Везде-везде проволока. Павел жил здесь. Сегодня пассатижи. Исаки приносит. Вы не теряли пассатижи, показывает? Ну да, уронили. Да кто бы в городе отдал и кому искать? А тут это в норме вещей. Пассатижи Володя уронил вчера, сегодня принесли. Вещь какая-то найдется у храма или где-то вывешает и висит месяцами, пока кто потерял, случайно не увидит. Никто не прикоснется. Какой народ Бог дал. А те-то, которые нападают, там ворчат, у них же нет ничего. Им все одинаково. А здесь все дорого. Вот она пришла, которая за нами ходит. Вот она вплотную подошла. Да нет червячков сегодня у меня. Нету. Нету. Нету.